Ну, я не только Сан-2 прыгала. В армии, когда я была, я уже прыгала из Ми-8, из Ми-4, из Ми-8. И еще такой самолет был, по-моему, на 14, небольшой. Там человек 8-9. Отделяться надо было вот так вот спиной, то есть лицом к самолету. Слушай, тебя к телефону, мне кажется, что это... Наверное, сказал, что Валентин Петрович глушко, он так шепотом. Там водили все, обалдели, что мне какой-то инженер. Да. Конечно, вот сейчас по прошествии лет, конечно, я сама себе завидую, что столько лет проработала на энергии. И это много мне дало и в техническом плане, и в человеческом тоже. Мама у меня в годы войны была в Амзвоне, это дивизия, отдельная мотострелковая дивизия Кузнецова, вот разведчик. Но у него много было таких групп, и вот мама в одной из групп была. И в Ленинграде она как раз вот годы, когда там все это печальное все было, она была в эти годы, да, когда там голод был. Вот. Она была мотоспортсменкой, известной достаточно. Тогда были такие лозунги на самолет, на, по-моему, вот в эти времена. На парашют, на самолет, вот, и вот на мотоциклах женщин несколько вот этим, были там публикации, все это дома у меня лежит, до сих пор, к сожалению, архив не разберу, но, да, чемпионка СССР была, все вот это, технику, да, потом машина, вот меня она не посадила, я потом позже сама один раз был период, села на мотоцикл, но это уже, ну, это смешная история. Я вспоминаю этот день. Я не 14 вспоминаю, когда была встреча. Я вспоминаю 12 апреля. Поскольку, ну, знаете, Маховая, да, улица. Вот я жила, ну, сейчас называется Воздвиженка, я вот там жила. И школа наша, 92-я. А вот в этом месте и располагалась. У нас потом уже было три здания. Сначала два. В одном сейчас «Дружба народов», вот это такое здание, это красивое, и рядом военторг, если помните, если знаете. Вот. И в переулке потом там еще одно здание, где уже средние классы учились, а потом уже школы построили напротив театра Маяковского. Вот в этих местах, собственно, родные мои места. И вот в этой школе уже в старших классах, да, это заканчивали, собственно говоря, школу, и вот полетел Гагарин. У нас окна какие-то низкие были вот на первом этаже. Такая директор была, такая, я помню ее, монументальная женщина. И ринулись все, конечно, когда услышали сообщение, ринулись к дверям. Она сначала встала около дверей. Я очень хорошо помню этот день. В окна стали выпрыгивать ребята. А мы тоже потом как-то вышли оттуда, девочки, и переулками, значит, ну, мы думали, что мы на Красной площади, ну, зачем, сознания не было, что зачем, ну, во-первых, мы молодые, вышли мы дошли до Манежа. Кстати, вот снега я не помню, честно, я не помню снега, чтобы снег шел, может быть, где-то пишут, может быть, он шел, но я снега не помню. И вот это огромное количество народу, но там были какие-то люди, которые, в общем, короче говоря, мы поняли, что мы не прорвемся, ну, юные такие, и хотели увидеть чего-то. И я побежала, например, домой, телевизоры еще, знаете, такие были, там, черно-белые какие-то, там, с линзами, да, чтобы хотя бы посмотреть по телевизору, там, переулками тоже, поэтому... Когда тут обсуждали, куда люди идут там, на Медсовете, вправо или влево, шли они, там стояли, кто-то стоял, а кто-то прорывался там на Красную площадь. Это было неофициально. На Красной площади, я думаю, там немного. А вот этот народ действительно заполонил он манеж. Он же был без всяких магазинов. Вот это было. Вот с этими плакатами, которые известны там. Вот так запомнился день, что из школы мы удрали. Это было незабываемо. А потом побежали многие, и я в том числе. У меня эта книжка есть. Позже это, да, «Дорога в космос». Вот.
Потом позже мама моя подписала у Гагарина там на одних соревнованиях. Вот. То есть я помню, что эта книга продавалась почему-то напротив «Известий» в киосках. Вот это первое, по-моему, издание там. 53-й год. Да, газеты, вот это вот тоже где-то у меня в кладовой валяется. Но у нас было еще одно знаменательное событие в школе, в театре Маяковского. Приезжал Гагарин. Через сколько, но он уже такой уже немножко, ну, со званиями, естественно. Кто приглашал, что приглашал, я не знаю. Нас, нашу школу туда пригласили, в этот зал. Вот, и поэтому Гагарина я видела живьем, вот так вот. И что у меня сохранилась фотография одна. Было еще две фотографии. Он был, мама работала в ЦК ДСАП. Ну, она тренером была потом, после того, как она закончила заниматься спортом, была главным тренером нашей команды в мотоспорте. Работала там в Скатертом переулке. Он у них тоже в ДСАФе был, и вот две фотографии было у меня, но куда-то вот они здесь испарились. А вот одна, которую делал у нас мальчик, который фотографировал, занимался фотографией. И там есть Гагарин, если интересно будет, зайдешь, я покажу эту фотографию. Она сохранилась, слава богу. Такая она, знаете, вот как просто человек обычный, его снимает, там чуть-чуть в ореоле, там вот так вот напечатано. Как мы брали, то ли мы к нему домой потом приходили, он какие-то фотографии давал памятные вот эти. Вот. Так что вот, такие дела. Возраст у меня был такой, я немножко раньше чуть-чуть в школу, и закончила школу лет 15, то есть, вот, допустим, апрель 61-го, это было, ну да, 15 лет фактически, в сентябре день рождения. Сначала не брали, потом взяли, и поэтому рано достаточно закончила. И я, а тогда на вечернем, я не поступила на дневной, на астрономии, там был прием, я помню, порядка 50 человек, очень маленький факультет, вот. А я поступила на вечерний физфак. Вот. И я училась там и сдавала две сессии. Но такие взрослые люди раньше на вечернем, сейчас школьники поступают. Я себя чувствовала, конечно, как, ну, не знаю, как из детского сада, может быть. Вот. И, ну, это уже дальше продолжение, уже почти космос. На следующий год, то есть, сдав сессию, ну, я все, естественно, разузнала о том, что мои, вот в мои я поступила на дневной факультет, не сказав родителям. Это был шок там, что я ушла из МГУ с вечернего и ничего не сказала, сдала экзамен. Подготовка была хорошая и сдала на дневной экзамен. Тот из знакомых моих родителей устроил меня, ну, как раньше говорили, в МИФИ, в одну из лабораторий МИФИ. Вот там я работала, ну, кем там, что-то там помогала. Это такая, знаете, вот девочка пришла и как бы там какие-то несложные задания выполняла. Это не значит, что я там физикой занималась. Ну, было интересно, так, людей, во-первых, взрослые люди, конечно, что-то я там почерпнула. Но поступила-то я на первый факультет, он раньше был первым. Сейчас вот на этом факультете ровно точно учится Алексей, вот, да, Прудник, на этой же кафедре, да-да-да, вот молодой парень. Вот. И потом, когда мы, поступившие, пришли на собрание общее, то нам объявили о том, что это была кафедра Мишлина, кстати, но я ни разу его не видела. Вот. Ну, он занят, видимо. Но вывеска у нас именно на кафедре висела. Нам объявили, что, значит, вы будете первым подразделением, которое будет заниматься вот как раз ракетно-космической, ракетной техникой, тогда не говорили еще,
Конечно, я счастлива была просто вот так случайно, вроде бы, оказалась вот там, где я хотела бы. Вот. И, значит, факультет у нас был, ну, то есть я инженер-механик по летательным аппаратам в дипломе. Это дневное отделение, и кафедра, занимались мы баллистикой, короче говоря, баллистикой. Я по такой уже узкой специальности баллистик. Вот. У нас основной предмет, кстати, был и баллистика, и преподавал у нас Апазов, он, по-моему, сподвижник Королёва. И учебник у нас Апазова, мне кажется, еще дома лежит. Вот. Поэтому там известные люди, и, конечно, подготовка была серьезная. Тогда очень там гремело буквально. Ну, во-первых, он считался таким институтом, где спорт развит вообще. Там еще стадион был, и даже фотографии есть. Там физкультура у нас была на коньках. Вот. Беговых чьи-то тетя на коньке делала. Вот. И еще там был известно, что там есть клуб авиационный. АСК МАИ. Вот. Да, и я тоже как-то узнала. Там были дома, общежития, я не знаю, как сейчас. И вот в одном из этих домов, там где-то в полуподвале где-то был вот этот клуб. Вот. А занимались они в Алферево, это вот по Волоколамке, по Волоколамскому шоссе. Вот. И прыгали там, летали на планерах. Ну, это очень хорошее время, замечательно. Первый прыжок я сделала как раз вот в этой лаборатории, где я первый год работала, там работала. Потом уже узнала, что такой опытный парашютист, уже взрослый очень мужчина. И прыгал, ну, может быть, любительский, я сейчас как бы не знаю, но я слышала просто разговоры там о том, что кто-то там собирается на аэродром на прыжке. Я буквально, там женщина одна была, она так меня как-то опекала. Вот, я услышала, что она собирается ехать. И я вот думаю, подойти, как же подойти к этому взрослому человеку. Вот, подошла, и, в общем, на аэродром я поехала с ним, и вот эта вот женщина, ну, она молодая женщина была, вот, но прыгнула-то я в результате. Там была очень, какие-то были прыжки в Подольске. Мне потом там еще раз пришлось прыгать на этом аэродроме. Подготовка такая была, что там подвесная система, ну, как тренажер, да, там меня покрутили, рассказали, как приземляться, что ноги параллельно земле, там, против ветра и так далее. Я это все, конечно, начисто, когда уже в самолете. А прыгали, ну, у кого там 30, 40, 50, 100 прыжков. Ну, такие не профессиональные спортсмены, ну, просто любители, но прыжки какие-то уже были, Сан-2. Вот, и в самолете я начисто забыла про то, что мне говорили, что ступни параллельно земле и так далее. И когда я прыгала, мне потом рассказывали, когда уже я очень далеко встала от обреза двери. Вот, мне рассказывали, что ты буквально вот до команды даже, ну, самолет на боевой курс выходит, где начинается выброска. И, значит, я ринулась. Ну, там, естественно, инструктор стоял у двери, но говорит, что ноги надо ближе было, а ты там, тра-та-та. И вот раскрылся вот этот знаменитый парашют по Д-47. Потом вот гагаринский отряд, они прыгали именно с таким парашютом. Я все пыталась, уже будучи в музее, этот парашют как бы достать, чтобы он у нас был. Первый раз не очень удачно, но это следующее, там, когда выставка 50 лет Гагарину. Ну, там, если уже про музей будет, тогда скажу. Вот. И вот этот ПД-47, разворачиваться на нем против ветра очень тяжело. Ну, конечно, поражает это все первый раз, когда ты видишь такой высоты землю, там 800 метров. И когда нужно было, я сначала осмотрелась, все, а земля уже недалеко.
Короче говоря, когда нужно было разворачиваться против ветра, ноги параллельно земле, это я обо всем этом забыла, и ноги не параллельно земле, и, конечно, прилично я стукнулась, у меня кровь пошла из носа, и потому что запаска здесь, запасной парашют, и так сейчас запасные уже монтируются вместе с основным за спиной, а тогда вот эти парашюты запасные были впереди, вот. Но это вот был первый прыжок, который, конечно, на всю жизнь запоминается. Я тоже дома я об этом только сказала после прыжков. Свободное падение – это свободное падение. Это ничем не передать. И вот сейчас, когда я бываю в Звездном городке, там семья, ну, Ирина Баянова, Соловьева все знают, и Сергея Александровича, у которого уже немыслимое количество прыжков, еще сейчас у него нога побаливает, а все равно, я говорю, ну как дальше? Я думала, он скажет, ну пора там завязывать, а лет-то много. А он говорит, ну сейчас вот, ну так просто говорит, сейчас нога придет в себя, ну на прыжки говорит, поеду. Вот прыжкисты такие люди. Ну, есть вот такое сообщество, называется «Авиатриса». Но там, правда, больше летчиц. Иногда собирается, правда, я редко езжу, потому что работа, они иногда днем собираются. Но когда было 25-летие, был большой совершенно сбор такой серьезный, многих увидела. Есть это, есть братство такое, есть. Но я не только Сан-2 прыгала, в армии, когда я была, я уже прыгала и с Ми-8, и с Ми-4, и с Ми-8. И еще такой самолет был, по-моему, на 14, небольшой, там человек 8-9. Отделяться надо было вот так вот спиной, то есть лицом к самолету, это интересно. Ну, кстати, когда мы в ЦАКе прыгали, Сергей Александрович одно время там, ну, прыжкисты в ЦАКе, ЦАК это вот. Потом кто-то в армию уходит, кто-то, ну, уходит в какие-то войска там, или в ВВС, или ПВО были прыгать. Но все равно все друг друга как бы знают. Вот. И прыгали с Ан-14, по-моему, это Ан-14 был, я могу ошибаться. Вот небольшой самолет, уже такой обычный, не как Ан-2. И тоже вот спиной. А спиной училась Сергей Александрович, нас в Ан-2. Я помню, как-то прыгали спиной, короче говоря. Это очень интересное ощущение, когда вот отделяешься спиной. То есть ты не видишь. Да? Вот. И пришлось с Ан-12 один раз прыгать. Мы ездили из САКа, как раз пригласили нас в Киржач. Вот. Мы приехали, уезжали из Тушино. Радостями это вообще... что едем. А прыгали мы с так называемого вот, транспортера. Тогда, видно, его сделали, значит, чтобы как можно быстрее выброска. Спиной, тоже спиной вперед пришлось. То есть ты садишься, а потом, когда к обрезу, и он идет. И к обрезу подъезжаешь, и там такой специальный как бы нож назывался, но как он выглядел, сейчас уже не помню, но ты отделяешься тоже спиной. Вот, мы такие радостные были, что выполнили такой прыжок. До сих пор помню. Ну, еще пару раз, вот в этом Подольске как раз, это в начале еще с аэростата. Там высота, по-моему, порядка, я могу, зимой прыгали. И, по-моему, мы из Айскамаи как раз приезжали туда. Там сидишь, так как... Ну, вот как примерно, как когда шар воздушный, вот такая вот кабина. Сбоку сидят нормально, за ними что-то есть, а есть еще такое место там, ну, трое, по-моему, или инструктор. Есть такое место, называется хлеборезка. Вот я на нем сидела, парашют, то есть он был как бы над землей. Это очень эмоционально, почему я вспоминаю, потому что самолет, он летит, и ты как бы, это скорость, и ты, когда выходишь из самолета, то... как бы продолжаешь еще какое-то время. С вертолета, кстати, не так. Там сразу проваливаешься немножко больше, чем на самолете. Вот. И вот там лязг этих тросов, на которых там аэростат, как-то так не по себе, зимой, холодно. И когда ты прыгаешь, то ты сразу проваливаешься. Вот такой был интересный прыжок. Ну, вот и установление рекордов ночных. Ну,
было. Это мы на сборы ездили в Андижан, в Ашхабад. То есть пришлось поездить очень здорово, потому что я по Союзу все-таки поездила. Вот. И там были такие весенние сборы, и там же установление вот таких рекордов. Страшно было второй прыжок делать. И страшно было второй прыжок, почему? Потому что через полгода где-то. Через полгода, и тоже почему-то зимой, не помню почему, зимой как-то холодно, и долго стоишь, вот как у Валентины Леонидовны написано, долго стоишь, ждешь своей очереди там, ну, по группам там. И мерзнешь, и уже не знаешь, от чего дрожишь. Я помню, да, в каком-то легком свитере, а там, ну, морозец был. И от чего ты, то ли страшно, то ли чего, но все равно ты уже более-менее осознанный, поэтому, конечно. Я не просто так-то пошла в армию, как-то прыгала в ЦАКе, и один опытный там очень мастер спорта, мы прыгали, и он как-то, у меня так результаты тогда пошли приличные, и как бы приглашение, да, такое вот. И совпало это одновременно с тем, что я тогда пыталась перейти, я в Синемаше защищала диплом. У нас распределяли, кто там на энергии защищался, кто в Синемаше. Я в Синемаше. Тема диплома у меня такая была, которую защищали в Синемаше. И, в принципе, меня туда, тогда же какое-то такое еще распределение существовало. Вот. Я защитилась, но тогда вот уже четко знала, где готовят космонавтов, что все-таки это РКК «Энергия», ну, раньше НПО «Энергия», потому что я пришла уже в НПО «Энергия». И там существовало такое правило, что после института 2 года ты должен отработать на этом предприятии, туда, куда тебя как бы где-то защищался, распределяли. Вот. Тогда пошли результаты и в парашютном спорте такие серьезные. Вот. И я такое решение приняла, что в армии первый раз ты пишешь на 2 года. Вот, что я, значит, пойду в армию, вот такое предложение было, а потом спокойно приду и, значит, уже каким-то образом перейду уже в НПО «Энергия». Вот. И да, я пошла в армию. Ну, результаты шли, поэтому. И задержалась я там на 7 лет. Вот. Потому что много соревнований, вооруженные силы, такое все удачно было. Ну, удачно в плане там соревнований, рекорды были. Ну, короче говоря, после 7 лет, знаете, были парады такие в Тушино. Вот. И на параде на одном я встретила человека, с которым мы друг друга знали по прыжкам в ЦПК. Я уже, так сказать, в армии была, и поэтому. Да все равно все друг друга на каких-то соревнованиях встречали, все это было. Вот, Солдаткин, он к нам сейчас, Виктор Солдаткин, сейчас часто приходит, ну, уже в возрасте, конечно, тоже. Вот, и он говорит, что, я говорю, вот пора уже, я боюсь, что знания пропадут, там, я понимаю, что дальше можно продолжать. Вот. Но я действительно боялась, что уже лет много прошло. И поэтому, когда он предложил свою группу, он был начальником сектора, по-моему, начальником сектора, да. Вот. И я согласилась. Да. И это там, куда я, собственно, хотела. Ну вот, и попала как раз в подразделение, которым вот и гражданские космонавты были, и вот этот отдел, в который я попала, где были и бортовую документацию готовили, и выходы готовили, и ремонт, и сами будем говорить, извините, что-то в глаз попало, сами где-то участвовали в полетах, ну, это меня вообще. А соседний отдел, наш отдел был, вот, он и сейчас есть здесь, 93-й, и эти люди часто приходят. Параллельный отдел в этом подразделении, которым позже руководил Кубасов, потом Александров, а сейчас Калерия, летно-космический центр. Вот, и вот там я работала.
Началось с чего? Вдруг звонит мне Света, она жила не так далеко, на Фрунзенской. Вот. И, значит, говорит, что надо встретиться. Ну, тогда же все это как бы закрыто было. Вот. И я к ней приезжала. То есть она пригласила к себе. Она показала какую-то информацию, ну, поскольку у нее такая была авиационная семья, тем более, ну, все об этой семье известно, об отце, который был героем Советского Союза, летчиком. И у нее была такая информация печатная, где было написано, что в Штатах создается женский отряд. Вот. И, значит, что, может быть, Манна Устинова, я как бы, ну, еще я, она больше, так сказать, в этом знала, а что она предлагала, что ты инженер, я испытатель, летчик, и вот такой полет, значит, бортинженер и командир, да? И мы даже, по-моему, по-моему, даже это не в этот раз, хотя нет, по-моему, она такую вот идею толкала. И мы встретились с ней, и вот она говорит, надо написать письмо. Может быть, Господи, где Устинов? Она все-таки ближе была к вот этим известным руководителям, как бы, ну, такой отец, вот, ну, семья такая серьезная. И мы писали, я помню, такое длинное письмо, да, составляли текст вначале. Потом она, может быть, что-то дорабатывала это, я не помню, вот, как это письмо выглядело. Ну, большой лист такой. И мы с ней встретились, чтобы, ну, вот окончательный текст, мы с ней встретились на Комсомольской, это я очень хорошо помню, вот в этом большом зале, где Кольцевая, по-моему, там обсуждали это, вот. И что она Устинова, вот, честно говоря, я не помню. Может быть, не знаю, честно говоря. Вот письмо обсуждали, что вот там она такая-то, я такая-то и так далее. Да, такое письмо было. Я работала уже на энергии, а Светлана еще числилась, ну, летала, по-моему, у Грязодуловой, как она там пишет, я не помню. То есть она не была на энергии, ей надо было, чтобы вот пойти глушко, надо было попасть на энергию. Вот. И, ну, я там, естественно, ходила в приемную глушко, там замечательный секретарь, который назначил день приема. И вот тогда вот это состоялась встреча с глушко. Вот эта бумага, которая была у Светланы Евгеньевны, о том, что в Соединенных Штатах у него была та же информация абсолютно, с чего он и начал эту встречу. Что вы получили, что у нас одновременно, какими словами он это сказал, я не помню, но именно с этого, что вот такая информация прошла, ну, понятно, что. Ну, мы, во-первых, представились вначале. Он, конечно, Светлану, безусловно, наверное, знал. Вот. И, ну, она себе так коротко, ясно. Я сидела напротив нее. Да, вот так вот, по-моему, так Лужко. Ну, в это время такая боевая достаточно была, в форме хорошей. Я думаю, ну, я тоже вот так уверенно расскажу. Понятно, что Светлану знают, все, рекорды она уже до этого установила на реактивных самолетах. Но я тоже коротко, ясно изложила вот о себе. Вот. И потом вот он сказал, что мы пришли как раз вот в тот момент, когда в Соединенных Штатах начали организовывать вот такую группу женщин. Да, смешной был эпизод, когда, ну, я на работе, в отделе, и вдруг в отдел звонит Валентин Петрович. Правильно, Петрович, по-моему. Да, Валентин Петрович. Подошел наш самый пожилой сотрудник, но он такой с юмором, так оборачивается, вот в одной комнате сидит. Слушай, тебя к телефону, мне кажется, что это, наверное, он сказал, что Валентин Петрович,
Глушко, он так шепотом. Там водили все, обалдели, что мне какой-то какому-то инженеру дозвали. Вот, и я подошла. И там действительно разговор шел, что, значит, Светлана приведет такую группу, а я такую. Не помню, как мы отдельно, или, по-моему, я заказывала пропуска на всех. Я помню, как он отнесся. Короче говоря, из этой группы я человека три. Да, ну, с кем я когда-то на прыжках разговаривала, вот кто там о космосе мечтал, вспоминала там. Света, там кто-то из вертолетчиц, такие две были вертолетчицы, которые чемпионки вообще там мира, вот таких людей. По-моему, все приходили вместе со мной, может быть, уже не со Светой. Но это я вот тоже вот как-то, что-то уходит из памяти. И да, у него такая книжечка, я помню, и первый раз он так что-то так записывал. А вот что еще было на встрече на первой. Он сказал, что вот тут хотят еще из первого, или он просто не хотят, а просто сам из первого отряда женщины вот тоже проявляет желание. Но что Терешкову вот надо беречь, это первая женщина. Ну и дальше слова, вот, ну что он не очень, как бы, вот, очень хочет беречь там, первый отряд. Вот. И потом вот это вот приход вот этих девушек, вот как-то так, может быть, я по датам что-то, я тоже им заказывала пропуска, так же, как для Светы. И вот девушки пришли, одна из них была, две было чемпионки по вертолетному спорту и вот, три парашютистки. Кто папа, кого он все-таки привлек уже к дальнейшим действиям, то есть прохождению медицинской комиссии, это была Таня Дряничева. Она там где-то, по-моему, есть Стекольникова фамилия по мужу. Мне кажется, что где-то тоже на Астронаут.ру, может быть, она там была, наверное. Вот она единственная, кого он из этого, по разным соображениям, я не знаю, он разговаривал с ними, как там этот разговор был, я не помню, была ли я, сидела ли я с ними, но в кабинете я у него была второй раз. Нет, не была я там, да, второй раз. И вот из этого количества только одно, он пригласил только одного человека. Скажу это так, личные причины. У меня в 80-м году родилась дочь. Так получилось. И здесь уже, сами понимаете, выбор, да, серьезный. Но вы знаете, что я хочу сказать? Это больной вопрос вообще. Я думаю, и если со Светланой Евгеньевной говорить, что такие промежутки между полетами женщин, там 19-20 лет. Несправедливо это, конечно, но у нас как-то, вы знаете, сейчас, ну я уже по современному времени говорю, много очень начальников, времена, понимаете, вот сейчас огромное количество женщин руководят там какими-то фирмами и так далее, просто огромное. Тогда этого не было. Вот, ну, сказать, что это какой-то мужской шовинизм, не знаю. Но тогда такого не было. Женщин-руководителей было очень мало. Вот Светлана со своими полетами как раз доказывала вот, усиленно, да, что женщина может и то летать. Вот. Но это первое. Во-вторых, мне кажется, что в них они создали вот этот шаттл, да, где может разместиться там столько-то человек, кто-то может быть по полезной нагрузке, отвечать за полезную нагрузку и так далее. У нас все-таки корабль небольшой, да, там было даже два человека. Вот. Вот как-то вот все было связано, много причин, мне кажется, было. Вот и время такое, что не было такого бума на женщины, сейчас как бы
да, выходит на первый план. Где-то же писали, что чуть ли не матриархат наступает. Ну, где-то в какой-то степени, да. Вот. И, конечно, очень обидно, что у нас женщины не летают. Я одну вещь скажу. Вот, у нас в отделе такой стенд есть, где приходят на тренировки, на такие наземные тренировки. Я говорю «у нас», потому что я до сих пор еще... Сколько лет я там, огромное количество лет проработала на энергии. Вот. И часто бывают там, общаюсь со своими сотрудниками, со своими бывшими коллегами. Вот. И как-то приходят на тренировки американцы. И вот там самая пожилая женщина, я не помню, как ее... Ей уже было на тот момент. Шеннон, не помню имя, это неважно. Люсит, по-моему, да. Пришли вот на тренировку на этот стенд. Вот. И была там Наташа Кулешова, которая в отрезе. И мы так с ней стоим, и вот она так вот. И, ну, мы поняли друг друга, как обидно. Вот мы тренируем, да, ну, участвуем в тренировках вот этой женщины, которая там уже столько лет, а у нас... Ну вот, и потом у них другой подход немножко, что я наблюдала. Ну, поскольку эти американцы приезжали, да, к нам, там не только астронавты, но и инженеры, группа инженеров. Ну, по данным, вот мы выходом в открытый космос, приезжает группа по выходу в открытый космос оттуда. Они приезжали с астронавтами, которые там готовились, вот, или разговаривали со специалистами. Вот я обратила внимание, значит, женщина, все они там с рюкзаками, все, ну, американцы любят там в какой-то там более спортивной форме, чем мы, и в нашем отделе, помню. И вот они потом после занятий уходили. Я смотрю, она тоже рюкзак на себе огромный, и пошли. Ну, американка какая-то там, одна из многих. Вот, я обратила внимание, что ей никто там не помогал. Там, вот, вот у них, да, видимо, у них вот такое отношение, что все сама делаешь, все это. У нас бы, может быть, помогли бы. Вот, как. Сейчас уже у нас тоже такое время наступило, когда ну, и в метро могут, там, мне, например, не надо, чтобы мне выступали, но в основном там как-то вот женщины более нежно, по-моему, относились. Отношение такое. Может быть, вот это, менталитет такой. Конечно, вот сейчас по прошествии лет, конечно, я сама себе завидую, что я столько лет проработала на энергии. И это много мне дало, там, и в техническом плане, и в человеческом тоже. Сказать, после такой работы у меня было очень хорошее подразделение, вот, где все было. И ты писал документы, и ты... мог ехать в гидробассейн на тренировки, и на самолете были тренировки. Сейчас меньше там, по-моему, этих тренировок, к сожалению. И бассейн, вот, надеемся, что откроют. Тогда можно будет на экскурсию со всеми поехать. Вот. И, конечно, живая работа очень. Очень живая работа. И вот эти даже подписания документов всяких, это все... Кому-то ты идешь, с кем-то разговариваешь самостоятельно, где-то что-то подписываешь. Вот. И когда пришла, вначале, ну, поразила сама реконструкция, конечно, колоссальная. Вот то, что я видела, это колоссально. Вошла в этот музей, ну, уже меня определили, что уже в инженерную службу я перешла. Сначала вот здесь, вот я у Юлии Викторовны, по-моему, я поняла, что ну, не мое это, да. И вот попросилась, я не знала, что там инженерная служба, инженерная. Вот, и меня привели в музей, и все было вырыто, вот эта земля. Это вообще колоссальное совершенно, как будто это помещение какие-то вообще подземные где-то. И вот потом вот был сделан этот музей, и, конечно, это замечательно, то, что, ну, Лужков, как бы, меня это поразило, честно говоря. И вот дальше у меня более интересная работа началась, такая тоже живая. Ну, а потом вот назначили заведующий отделом экспозиции, одним из трех, Татьяна была, Калугина, Георгиан, вот три отдела было. Работали очень хорошо, кстати, замечательно.
Вот. И, ну, в общем, живая работа. Ну, сейчас я скажу, в комплектовании тоже достаточно живая. У меня сейчас внук есть, 8 лет ему, и я все приношу. Ну, любые книжки, ну, какие я книжки? Космические, конечно. Там другая бабушка занимается с ним уже искусством там. Вот. А мне, поскольку работаю, труднее куда-то повезти на выставку, но вот книжки я перевожу, потом всякие конструкторы, и вот он мне присылает все время по WhatsApp, что он там соорудил из этого конструктора, что так что не знаю, что дальше будет.